Спектакль. Поржали там все. Комедия была. 3 часа, в общем, где-то продлилась. Вот. Билеты где-то, кажется, от 200 до 800 рублей стоили полностью. За, ну, от самых дальних рядов до самых передних. Вот, что еще? А, ну, вкратце картинку расскажу сейчас. Места немало, немного осталось на карточке. Вот. Название. Блин. Как привести мужа обратно, что ли, что-то типа такого. Вот, ну, короче, там жена с лучшим другом позавтракала, вот так вот вышло. Вот, ну и муж, как бы, у нее такой сильно ревнивый, типа вот ревновал и так далее. Вот, но она ему это не хотела рассказывать, поэтому. Ну и он знал, как бы узнал, короче, что с кем-то она поела, но позавтракал, ну не знал с кем. Вот, ну, короче, тудым-сюды, они там поссорились, он уехал. Ну, тут подруга ей говорит, типа, у меня идейка есть, типа, какого можно вернуть. Он тупо можно, когда его нету, пока его нету, в этот сходить. В этот, как оно, где дети, дом, детский дом, что ли, я не знаю, короче. Вот, короче, где дети, да, без родителей. Вот, и это. Ну, и типа принести туда, и типа написать ему телеграмму, что, мол, вот, у тебя типа сын родился, пока тебя не было, ну, и, короче, он вернется. Вот, ну, и так оно и вышло. Телеграмму ему написали, но, короче, написали раньше времени телеграмму, ну, и он вернулся на сутки раньше. А ребенка еще не взяли в детском доме. Вот. Ну и получилось там, пришлось там своровать ребенка. Вот. Потом, короче, ребенка, оказывается, нельзя было. То есть мама пришла ребенка забирать, короче. Вот. И получилось, нужно было второго принести, кого-нибудь замену. Ну, пока там этот лучший друг бегал за ребенком, замену искал. Ну вот этот уже взял его в руки, короче. Короче, муж узнал, что у него уже двойня. Потом, короче, нужно было все еще искать одного третьего, который типа заменит этого первого все еще. Ну и, короче, потом в конце уже тройня вышла. Ну и вот и получилось, что он с тройней потом вот уже сидел. И в конце потом, конечно, все выяснилось, что у него ни детей, там никого нету. И жена типа вот просто вот обманула его, вышла из-за простого завтрака.